Наша съемочная группа продолжает информировать вас о жителях района, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса. Герой нашего сегодняшнего материала – индивидуальный предприниматель Натырбовского сельского поселения, человек, который всю свою трудовую деятельность посвятил сельскому хозяйству, Владимир Васильевич Олейников. Мы поинтересовались у фермера о его самочувствии после прививки. Общественность должна все привиты, ездить на рынки, на ярмарки торговать, поэтому лучше обезопасить себе, да и все. Вот когда вам сделали прививку, как ты себя чувствуешь? Я вчера сделал прививку, ну практически я ничего, изменений не почувствовал никаких. Даже не знаю, куда укололи там. Все нормально, как всегда. Проблем нет. Целый день работал на солнце, ничего. Что сейчас сколько болезней завозят к нам в страну. И все равно будет всех прививать. Я верю, все, медицине надо верить, да и все. Если что случится, мы куда бегим? В больницу. Надо доверять своим врачам. Я лично за, чтобы прививались, потому что жить-то хочется. Мне вот подруга, она, у ней брат с женой заболели. Он выкарабкался, а она нет. 50 с лишним лет. Умерла, все. Все они привились, все. И она привилась, Майкопе уже 2 раза. Ничего, никакой реакции. Ну, всем говорю своим, так что не думайте, вперед. Ну, а что, я с людьми общаюсь же, в Майкопе ездил, там, здесь, на рынок.